Семья Якимовых первой в республике получает льготную ипотеку от Сбербанка. У них двое детей. Благодаря этому и появилась возможность оформить ипотеку под 6%. Нам одобрили под 9,5%. Через неделю нам перезвонил наш кредитный менеджер и сообщил нам то, что мы подаем под государственную программу под 6%. Долгое время Максим и Марина с дочкой Катей жили вместе с родителями в небольшой квартире. А благодаря программе господдержки смогли приобрести трехкомнатную квартиру в центре города. Я очень рада, что теперь мы можем сэкономить деньги и потратить их на семью, на ремонт, в новой квартире. Я мечтала о братике и о своей комнате. И у меня обе мечты сбылись, потому что у меня родился братик, и у нас новая квартира. И своя комната. Кстати, если в семье появится третий ребенок, то Якимовы смогут продлить действие льготы. Мы, как самый сильный игрок на рынке ипотечном, вот вошли в эту программу. Не прошло и недели с момента ее старта, и уже первый кредит выдан. Вообще программа очень интересная. 6% гарантируется по ипотечному кредиту при рождении второго ребенка на протяжении 3 лет. И если третий ребенок в семье появился, то еще на протяжении 5 лет ставка будет 6%. При этом можно приобрести жилую недвижимость как на стадии строительства, так и с оформленным правом собственности. Действовать программа будет до конца 2022 года. Кроме этого, в рамках стандартных программ Сбербанка по жилищному кредитованию при покупке жилья от застройщиков, ключевых партнеров банка, действует ставка от 7,4% годовых. Не для участников таких программ. Ставки достаточно низкие. Сегодня можно купить ипотеку в строящемся доме, квартиру, под 7,4% годовых. Да, это в рамках совместной программы Сбербанка и наших всех ключевых застройщиков Чувашии. Здесь вы можете получить условия иногда даже лучше, чем в офисе застройщиков. То есть наши менеджеры ипотечного кредитования специально для вас подберут индивидуальные скидки у наших крупнейших застройщиков. Это спецпредложение вы получите в наших центрах. Оформить ипотеку быстро и удобно можно с помощью дополнительных сервисов Сбербанка. Выбрать новую квартиру для большой семьи поможет сайт «Домклик». С помощью электронной регистрации можно зарегистрировать недвижимость без посещения МФЦ в кратчайшие сроки.